Кукольный спектакль для скорейшего выздоровления. Пациентам Московского областного центра охраны материнства и детства сделали приятный подарок. Люберецкие депутаты совместно с фабрикой «Пехорский текстиль» и представителями школьного театра из Раменского округа организовали для них мини-представление. Тему продолжит наш корреспондент. Сегодня в неврологическом отделении детской больницы не только врачи в белых халатах, но и маленькие артисты в ярких костюмах. Приехали из соседних островцов, чтобы поднять настроение тем, кому сегодня это крайне необходимо. Мы организовали такой школьный кукольный театр, назвали его «Смешинки», ну, потому что это всегда весело, задорно. И свои номера художественные стараемся именно направить на то, чтобы людям, которые нас смотрят, дети, взрослые, чтобы им было весело, радостно. Судя по восторженным детским лицам, артистам это удалось. Для маленьких пациентов и их родителей подготовили концертную программу. Два музыкальных номера и сказку «Муха-цокотуха». Ярмарка, ярмарка, удалая ярмарка. Только у нас самый лучший квас. Вы первый раз столкнулась с такой ситуацией, что попала с ребенком в больницу. И вот так мы попали на представление. Я очень рада, что у нас проводят в городе такие мероприятия деткам. Идея провести такой праздник принадлежит Совету депутатов городского округа Люберцы и представителям фабрики «Пехорский текстиль». Народные избранники тоже навестили детей, которые находятся сейчас на лечении. Скорее поправляйтесь, выздоравливайте. Скоро уже весна, она уже, по сути, наступила, но еще снег. Ну, пройдет немного времени, будет солнышко, травка, цветочки. Поэтому поправляйтесь, домой возвращайтесь. Я искренне желаю вам здоровья. Местом проведения кукольного спектакля стала так называемая «Добрая комната». Это игровая зона, которую обустроили в больнице в рамках партийного проекта «Единая Россия». Подобные помещения открывают в детских медицинских учреждениях округа с 2019 года. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.